Масленица по-спортивному. Большой спортивный праздник на стадионе «Локомотив» объединил сегодня всех, кто любит движение и активный отдых. Флешмоб на коньках – это что-то новенькое. «Делай, как я» – модная сейчас фраза, действительно творит чудеса. Сотни волокжан все вместе в едином порыве. Люди привыкли к тому, что нужно двигаться, не сидеть дома, заряжаться здоровьем, бороться со всеми инфекциями, чтобы нас ничем не захватило. Ну и самое главное – это вот вместе выходить, как перетягивание каната, это единый дух, то есть это проявление силы, просто желание двигаться. И не просто двигаться, а бороться, как это делали на Руси. Под сотню человек держит один канат длиной 100 метров. Еще один рекорд для Вологды. Перетянуть толстую веревку с первого раза не удается ни одной из команд. Не в форме были, не разогрелись. Самое главное, силушка богатырская. Бойцам дают минуту на отдых и приглашают посоревноваться и детей. Энергии у них хоть отбавляй. Это они доказывают еще раз, выстроившись в очередь на катание на собачьих упряжках. Сложно представить, но эти аляскинские маламуты, Даймон и Дори, запросто могут тащить до 200 килограммов. Хорошая девочка. Мне нравится. Собаки очень добрые. Быстро ехали. Там кочки, мы подскакивали. Наши свернули, и мы поехали дальше. Но подобные заезды – это не просто развлечение, говорят профессионалы. Это серьезное дело, которым мог бы заниматься каждый хозяин четвероногого друга. Хотелось просто показать людям, с любой собакой можно заниматься ездовым спортом. Не обязательно достигать каких-то результатов высоких. Просто выйти, встать на лыжи – это возможно всем. С любой собакой. Кстати, задумывался праздник на «Локомотиве» как новогодний и должен был пройти в январские каникулы. Но из-за аномальных морозов его пришлось перенести. На этот раз погода не подвела, и спортивная масленица удалась на славу. Екатерина Шабалова, Максим Тышковец, Вологда Портал.